Голубая. Да. Голубая, да, любую голубую, это вопрос на подумать. Вопрос на подумать. Вы и правда верите, что ваша карьера успешна? Я да. Угу. То есть у вас никогда не возникало сомнений выбора на пути, что вы смотрите, вы могли бы там быть оператором, строителем, актером. Я мог бы быть. Вы могли бы быть. Вы даже раз говорили, что вы могли бы быть тунцом. Да, мог бы быть тунцом. На такой вопрос вы ответите, что Рома Зверь мог бы быть не зверем, а рыбой. Но стал Рома Зверем. Последний, Роман. Последняя фишка, последняя карточка. Опять голубая. Да. На подумать вам везет. Были ли вы когда-нибудь тайно влюблены в лучшего друга? Друга, да нет. Любовь и дружба – разные вещи. Если о ком мы говорим? О девушке? Девушка-друг? У меня практически таких нет. У меня есть пару девочек, друзей. Угу. Мне кажется, это разные вещи. Ну, вы дружите, вот и в Википедии написано, что вы дружите с Гай Германикой. Вы же вместе. Да, Лера, я считаю именно другом. Ага. Да. Поэтому влюбиться в друга, наверное, возможно. Но ты вообще любишь человека, с которым дружишь, по большому счету. Угу. Это немного другая любовь, но, конечно, ты его. Не, она не подразумевает какой-то эротический контекст все-таки. Ну, друзей, конечно, любить. Я своих друзей очень люблю. А вот про татуировку я хотел спросить. Кто это у вас вот на левой руке? Это моя супруга Марина. Когда и кто набил? Мастер санкт-петербургский, девочка. Вот, она мастер по портретам. Зовут ее Валя Рябова. Вот я к ней в Санкт-Петербург приезжаю. Откуда вы про нее узнали? Кто-то посоветовал, да, я и видел работу, это же сейчас несложно. А у Марины есть тату? Нет. А на другой стороне у вас что, покажите? На другой? Ну, на другой руке, да. Да тут ничего нет, здесь женщины в основном, так. Да, а здесь пока ничего. Угу. А какие женщины там в основном? Есть развратные, есть не очень, есть Фаина Георгиевна Раневская. Да, Фаина Раневская, почему? Очень люблю ее. Да, просто, серьезно? Конечно, это мой кумир из женщин. Это женщина-герой для меня. Но она очень сильная, очень хороший человек, мощный на самом деле. Плюс еще земляк. Вот оно, я все ждал. Вот, теперь я услышал разгадку. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».